Коллеги, здравствуйте. Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора по-прежнему на данный момент. Я хочу сегодня еще раз обратиться ко всем жителям Хабаровского края. Знаю, что поступают сообщения о том, что сегодня вновь будут мероприятия, организованные в поддержку Сергея Ивановича. Информация поступает разноречиво, в том числе о том, что сюда направили Росгвардию из разных регионов, а также есть группа провокаторов, которая прилетела, в том числе из Москвы, для того, чтобы подтолкнуть жителей региона, которые выйдут сегодня на площадь, наверное, или еще куда-то, не знаю, к погромам, поджогам и так далее. Я хочу сказать, чтобы вы не велись на эти провокации. Поддержка, несомненно, нужна, но мы боимся, что сегодня это все перерастет в какой-то фарс, в ярую агрессию, потому что то, что было вчера, назвать кроме как хайпом, ну, к сожалению, не получается, потому что, да, многие пришли с благими намерениями, однако были и те, кто пришли в выпившем состоянии, были задержания, насколько я знаю, люди расходились там чуть ли не в 2 часа ночи, вели себя буйно, и это все дискредитирует ту акцию поддержки, которую вы устроили в эти выходные, в субботу, когда многотысячным полком прошлись по центральным улицам города и высказывались по поводу в адрес Сергея Фургала и того, что сегодня с ним происходит. Я еще раз прошу быть всех благоразумными, и если уж вы и хотите выйти на улицы, то помните о том, что любое ваше действие может только навредить. Спасибо.